что означает, что добавить в объединении в десятке? Объединение в десятке — это вещь необходимая. Прежде чем мы обратились от Него к Творцу, когда мы просим у Него раскрыться в нас для того, чтобы Он насладился нами, чтобы получил от нас наслаждение. Это единственная вещь, которую мы можем сделать Ему, насладить Его тем, что мы соединяемся, и тогда Он может соединиться во всех нас вместе. Он не может 10, а не 9, 10, а не 11. Он не может раскрыться в кли меньше десятки. Вот десятка не важно, пусть это будет 4-5 человек. В любом случае, совершенное объединение между нами называется десятка. И тогда мы просим, чтобы Он построил такую связь между нами, чтобы она раскрылась тогда в нас, и мы почувствуем Его, и Он сможет насладиться тем, что мы сделали это для Него. Главное — это намерение. Намерение мы строим здесь. Облачение — это намерение для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Все состояния, которые вы проходите в течение дня, в мысли о группе, о продвижении, о духовном, вы делаете это, чтобы прийти к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу, или зачем? Спросите себя. Понятно вам это или нет? Спросите, зачем вы это делаете. Может быть, это вообще в другом направлении вы идете? Тут должна быть совместная проверка между всеми членами десятки, всей, каждой десятки.